Иногда эти люди чувствуют двойственность своего мира, материального и духовного. Это имя привязано к земле. Отсюда трудолюбие и любовь к работе, требующей ручного труда. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Владельцы этого имени обладают и творческим началом, при этом процесс создания связан с четким планированием. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Если владелец этого имени будет энергичным, то его планы и реализации идей проектов достигнут желаемого результата. Если эта личность будет проявлять пассивный характер, его жизнь станет обреченной. Таким людям просто необходима постоянная подпитка энергией от окружающих людей. Первые признаки его утухания – вялость и утомленное лицо. В этот момент этого человека просто необходимо взбодрить, иначе он так может остаться самим собой на долгое время. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.